Закрой рот нахуй. Кто это? Это стримерши? Потом, да блять, опять ОБС растянул. Потом им просто волосик пишем. Ладно, шучу. Не буду никому писать. Я что, дурачок? Но тут... Тут, наверное, это... Тут фасольку нужно пикать, скорее всего. Согласны или нет? Или не согласны? Нет? Ну, мне кажется, фасольку нужно пикать срочно. Ты кто такие? Бля, ладно. Никнейм не буду читать, а то... А то лучше не читать, так скажем. The most beautiful Rootsy streamer, streamer and girls. Бля, ебать, мне долго пикать придется. Ну, это наверное. Бля... Firefox. Как браузер какой-то. Не. По лицу, так скажем. Ладно, не... Бля, я боюсь. Я скажу что-нибудь, потом на меня все пообижаются нахуй. Не, вторую что-то я пикать не хочу. Лучше генсуху пикнуть. Вторая как будто, знаете, она как будто это... Она как будто злая какая-то, я не знаю. Специально, который пострашнее пикаешь? Чё? Музя... А, точно, можно... Нужно музяку натуре подрубить. Ой, бля. Бля. А, бля, я ничего не спалил. Ладно, я думал, бля, я думал, если что-то спалил, это пизда, плюс пизда. Я ничего не спалил, нормально. Чё, музончик врубаю? А, бля, у меня музон забаганный. Бля... Похуй. Пусть будет один нахуй играть, у меня музон забагался, у меня не это. Вишенка или... На... Бля, на меня вишенка обидится, если я не пикну. Она и так на меня нахуй обижается. Знакомых не пикай. Ладно. Вишенку пикнули. Нифига это... Это... Бля, на меня вишенка обидится. Это кто такая такая вообще? 99-й год. Сколько? Двадцатка. А чё все такие старые? Пизда. Не знаю, кто это такие. Нихуя. Видно в корпусе? Да я знаю, то, что видно в корпусе. Бля, чё мне с музыкой нахуй? Оно не хочет вообще другую ставить. Бля, я просто... Куда я нажал? Рассказать всем? Нет, не нужно. Пусть вот это поиграет лучше. Перезайди в ВК пофиксить, да не фиксится. Кого тут пикаем? Кстати, модеры могут делать голосование. Там все равно их можно стопать и это... Алло. Алло, Слава? Меня тут чел уже заебал, блядь, то, что я тебе должен позвонить. Да, все, пока. Все.
Все, позвонил. Отъебись, пожалуйста, своими донатами. Я не хочу никому звонить. Да, тут я согласен, можно двоечку. Вика Картер или Юечка. Тут да. Скорее всего, Юечка. Иришка. Ено. А, енотик. Тут очевидно. Наверное, очевидно. Бля, нихуя. Выкатило, так скажем. Юки ту Юки. Или, блядь, почему имя? Прям на... Ладно, пикаем вот эту, согласен. Ну, тут очевидно. Дайте ссылку на тест ВЛС. Потом дадим. Мы потом мальчика еще выберем. Но мальчика мы по-быстрому, бля. Ну вот это, ну. Владислава или Рыжая? Рыжая? Короче, похуй. Бля, бля, я так хуйню такую прочитал. Рыжая, да, да я понял. Или... Ага. Ага. Юля в чате. Поздравляю. Юля, привет. Ты в чате? Смотрим. В чате, еще Excel в чате. Илюха, здорово, моим друзьям. Всем привет. Да, можно с Сараби. Ой, бля, нихуя. Не, ну тут... Тут... Ну тут это. Бля, у меня эта песня будет повторяться 24 на 7. Бля, я просто... Ой, бля. Бля. Пожалуйста, можно другую? Но лучше... Короче, блядь, все. Музыка нахуй без АП, 10 часов, поехала. Люсечка. Да ебать, музон пошел нахуй. О, них, бля, нихуя. Лизон или... Малая Фиса? Не, ну можно Лизон пикнуть. Здесь никто не обижается. Ну, никто и не узнает, поэтому вообще похуй. Я потому что все клипы все поудаляю. Поэтому никто даже не заметит. Ни одну, ни другую, не знаю. Да-да. Матрешка. Бля. Бля. Но это... Ебать, Валерия, 7K нахуй. Почему, блядь, имена располагают не там, где нужно, так скажем? Почему на лбу не расположили? Ебать, музон качает нахуй. Вам не громко, надеюсь? Вам не громко херачит этот? Может, потише сделать? А, ну ладно. Стопаня или... Стопаня. Бля, я сейчас буду этот тест, блядь, полтора дня проходить. Нихуя фотографии выбрали. У Модестал. Ебать фотку, она что, на свадьбе была, что ли, чешо? Что это за фотка какая-то? Чисто свадебная фотография. Лен нас... О, нихуя. О, Апостол, Костычу подарил сапку, нихуя. Спасибо, Апостол.
Бля, ты за сколько? Ты вчера сколько было? 16? Ты за сегодня 11 сабов опять подарил. Спасибо огромное. Бля, пошел нахуй, ютуберская музыка. Туда можно... Но тут... Бля, нужно быстрее пикнуть нахуй, а то еще это. Бля, нужно было ее выкинуть. Ее нужно было выкинуть, чтобы это... Ну, ничего там это. Бля, что за музон играет? Это пиздец. Не знаю, кого пикать. Бля, я тут не знаю, кого пикать. Давай вторую пикну. Уф. Ну тут, конечно... Тут, конечно, папича нужно пикать, ну, очевидно. Нихуя тут 40 бурури, блядь. О, Сандра Овл. Бля, тут тоже, блядь, сложный нахуй выбор. Так мы почему ценим? По жопе или по лицу? Бля, бля! Забейте нахуй, я ничего не говорил. Бля, я сейчас скажу, потом еще на меня все пообижаются, блядь. Короче, я ничего не говорил. Всем похуй? Ну да, может быть похуй, но вдруг потом со мной... Вы знаете, я будто бы, ну... Я пошутил один раз на этом, на фрикхаусе, а все со мной вишенка нахуй не дружит. Она меня, блядь, хейтит. Поэтому, понимаете, шутки шутками, блядь, а потом хейт начнется в мою сторону. И все, и тогда это... Бля, ебать мой... Короче, тут бы я, конечно, пикнул фруктоску. Бля, мне нужно... Что нахуй за трекчаны играют 10-часовые? Ладно, подождите. Для Майнкрафта. Нужно ёбнутую прям. Охуенно. Ебать музон нахуй. Ладно. Блять, что за выбор? Почему столько охеренных стримеров просто? Я в ахуе. Почему, когда я захожу в прокладку... О, блядь, какую нахуй. Там, где, короче, все трансляции. Там, блядь, ну, очень мало, блядь, кто стримит. Ну да, я бы вторую пикнул. Она, по-моему, даже когда-то мне хост давала. Давно, конечно. Но, по-моему, давала хост. Красава. Спасибо. Или ма... Ну, тут можно эту пикать. Блять, как они придумают ник нахуй? Салфетка и... Лепис... Лепесин... Блять, что? Лепесинка? Не знаю, но тут можно, да, ее взять, пикнуть, так скажем. Взять. Нихуя. Да, все бы вы не подумали. Да, вы думаете то, что я дурачок? Да. На самом деле это неправда. Вот она, блядь, даже не заморачивалась над ником. Просто имя ёбнуло в тысячу, по-моему. А, ну ладно.
У меня тут тоже такой выбор, понимаете? Бля, как же решают нахуй фотки? Меня сюда вы бы видели, какого нахуй запихнули. Я не знаю. Нет, по-моему, вот который я еще скопировал себе тест. Там вроде, ну, конечно, хуйня фотография, но все же, блять, в одном было это пиздец. Ой. Бля, ну. А, ну тут фотка просто получше, чем вот здесь. Вот здесь просто с компьютера. Если бы она так же сфоткалась, мне кажется, этого нужно было бы пикать. Ну просто тут фотка другая, типа, я не знаю. Блядь, я случайно... Похуй. Блядь, я случайно кликнул. Да, тут я бы тоже вторую пикнул. Этих бы, не знаю, тати-тати. Не знаю, короче. Вторую, ладно. Бля, ебать фоточки, конечно. Не, тут Шерри еще согласен. Не, ну тут можно, конечно, Юлю пикнуть, пока не дошла это. Мира. Вот если Мира с Юлей будет, Юля, блядь, прости нахуй. Тут можно сразу тебя выгонять. Бля, я сейчас что-нибудь это... Что-нибудь на пику не так, и все, нахуй. В Дискорд захожу, и со мной никто нахуй не здоровается. Вот это будет пиздец. Не, ну здесь, да, один ублин, скорее всего. Вот, я не знаю, у некоторых, знаете, такое лицо, как будто они прям злючие какие-то, я не знаю. Прям как будто они злые, прям, прям жесть. Вот мне кажется, вот она злая по лицу. Не, ну, ну тоже. Вот, вот такая фотка и вот такая фотка. Если бы, может, она так же сфоткалась, как она, можно было пикнуть. Ну просто фотки какие-то выбирают. Прям, который, очевидно, нужно пикать. Не, ну тут Элви можно выбрать, конечно. Блять, это что, одна и та же девочка или что? А, нет. Бля. Они похожи! Они ведь похожи, посмотрите! Просто даже, я не знаю, глаза, рот и нос одинаковые. Нет? Ну и похуй. Ебать, музон качает. Чё, не, я не даун. Киру, не знаю, тоже. Тут вот это можно пикать. Че с фотками нахуй? Не, ну тут Михалину. Я бы так долго пикаю, это пизда. Единичка, согласен. Ну тут, скорее всего, тоже единичка. Да? Наверное, да. Блять. Какие фотки выбирают? Слева мадам, я про нее. Ну тут тоже, пока до Миры не дошли, как бы. Че, двойку пик? Может, не будем, а? Фу. Я... Бля, ебать, музон долбит!
Че мне там чел написал? Ну-ка, читаю. Выбирай по вкусу, не по дружбе. Так я так и выбираю. Что? Что? А да, как скажешь. Вот кого тут выбирать? Вот они? Они одинаковые, я не знаю. Ну почти. Бля, идите в пизду. На нахуй. Антон подписался, спасибо. Бля, ебать справа. Биг. Биг, так скажем. Но здесь пикнул вот это. Блин, я так сказал. Ладно, забейте хуй. Бля, вот тут такая фотка. Вот у меня чисто фотки, как будто с моего инстаграма взяты. Просто такие фотки нахуй, даже это. Такие берут, сюда вставляют. Бля, вы бы видели нахуй, какие у меня фотки вставляли в эту штуку. Это пизда. Тати. На, вот это, наверное. Я сейчас случайно не кликнул. Ну вот это. Но ай. Ну да. Блять. Я выбираю. Ой, я сейчас бы пикну, вы скажете то, что я пикаю специально. Да, все, иди в пизду. Бля, Диана Райс, прости. Ну там просто. На салфетка или блин? Наверное, салфетка. Бля. Конечно, да. Бля! Почему такой выбор? Я. Бля! Я сейчас пикну, вы опять скажете то, что я специально пикаю друзей. Тут, конечно. Иди в пизду, короче. Бля. Идите, короче, чат нахуй закрою, чтобы не читать его. Я буду пикать просто на это. Бля, ну что? Боже. Ну такой выбор просто. Ну что? Они кидают выбор, знаете? Я не знаю, такой себе выбор. Бля, Тоха Мирный нахуй мне пишет ВКонтакте. Здорово, прими в друзья, полис. Тоха Мирный. Отъебись. Ля. Все, короче, идите в пизду. Быстро нахуй тест проходим. Просто по фастычу. Ладно. По фастычу проходим тест и нахуй ливаем. Ебать музон. Я
Ну тоже такие фотки. Такая фотка точнее справа и совершенно другая слева. Бля, долбоебы начали спамить ВКонтакте. Мать челики. I'm back. Ебать, музон хуярит, нужно сменить. Блядь, что тут казиноч нахуй какой-то? Что за хуйня? Что там пишете в чате? Вы ничего не пишете? У меня завис чат. Алло? Ладно. Бля, гаечка нахуй на рандоме проходит. Бля. Бля, ну тут. Ну тут. Без шансов. Не, ладно, шанс. Бля, что ты сказал нахуй? Не слушайте моих слов. Мои слова просто ничего не значат. Я сам, так скажем... Я сам нахуй... уёбок. Согласны? Бля, какой же хуёвый рандом в этом приложении. Я вам говорю, рандом просто уёбский какой-то. Ну смотрите, давайте судить объективно, да? Тут фотка в каком-то, ну, в дерьме. Ну и тут тоже фотка в дерьме. Бля, ладно, давайте без, так скажем. Бля, ну что это за помехи какие-то нахуй? Как будто по рации общаемся, передали фотку нахуй. По какому-то... По какой-то программе то, что все нахуй замылило. Короче, походу придется нахуй слева вот это нахуй. Вот это просто пикать придется. Жесть. Или не жесть. Отпизди его. Юля. Бля. А что она написала? Фотка в говне. Бля. Короче, когда ее поставят уже... Бля. Иди в пизду, короче. Походу минус Натаха. Все, Наташу нахуй слили. По-быстрому. Теперь можно дальше нахуй проходить. Бля, Денли против Денли. Охуеть. Фотографии просто две. Ебать, музон играет. Музыка чисто для детей. Ну, реально. Подрубил музыку чисто для своих подписчиков. Чисто 12 years. Чилы у меня в чате. Для вас. Ладно, извините, а то вы сейчас меня прихуесосить начнете. Ну, тут, походу... Простите, Ариньян, у вас плохая фотография была. Ну, именно на той фотке. Бля, у меня какой-то топ сейчас выйдет. Блядь. Да ладно, извините. Извините, кому больше, меньше 12, пожалуйста. Кого я обидел сейчас.
Честно. Бля. Ой, бля, какой же рандом. Не очень, конечно. Бля, жесть. Может, мы зон послушаем, слышите? Я просто сейчас буду пикать нахуй. И вы будете говорить то, что я пикаю друзей. Ну просто идите в пизду, короче. А, блядь, когда она просто с мирой нахуй столкнется, ее кикну в пизду. Ну, бля, тут... Я походу знаю, кто будет топ-1. Бля, почему она так похожа на Дэнни как-то, я не знаю. Бля... А, ну тут ее, конечно, можно уже прокинуть, конечно, даже не на мире. Юкаи-чан. Точно, ладно. Пошла в пизду, Юля. Да, ну тут все, тут очевидно, нахуй. На. Хорошо, что тут ничего нету. Там ничего не было. Правильно? Найс. Чё? Чё, ПП? Что вы спамите, челы? А теперь знаете, кого мы будем выбирать?